Всесвітній день боротьби з меланомою дуже важливий для українців, бо лікарі фіксують пізні звернення. Сергій Азатян сьогодні у нашій студії, лікар-онколог. І, звичайно, що ми будемо говорити про меланому, про те, що відбувається з нами, з усіма. І особливо тоді, коли з'являється перше вже таке активне сонечко. Дуже раді вас бачити, пане Сергію. Дякуємо, що прийшли. Знаємо, що дуже завантажені у вас дні, але виділили цей час. Тож, пане Сергію, насправді пізні звернення, ось так говорять лікарі. І в Україні ось цей відсоток, він найбільший через те, що вже пізно. Спасибо. Чему так? Спасибо за приглашение. Так? Да, действительно, это так. Это онкологи с этой проблемой борются последние, не знаю, 20, 30, 40 лет, когда онкология стала уже отдельной дисциплиной и так далее. То есть наше лечение хорошо работает, когда человек вовремя обратился, когда опухоль маленькая. Это, скажем так, цифра 90-95% излечения – это действительно реальность, если человек вовремя пришел. Если человек приходит с родинкой, на которую он обратил внимание 3-4 года назад, она уже стала изъязвляться, подкравливать, покрываться корочками, расти, быстро расти, чернеть. Но идите к доктору. Нет. Человек начинает чистотелом мазаться, еще какими-то традиционно-нетрадиционными методами пытаться лечить, как язвочку на коже. Но, скажем так, об онкологии уже нужно думать, если есть на коже какая-то язвочка, которая месяц не заживает. Покажите доктору. Сейчас есть простейшая методика, называется дерматоскопия. Грубо говоря, большое увеличительное стекло с хорошей подсветкой. Доктор может с большим увеличением просмотреть это образование. Во многих клиниках дерматоскопы уже есть. Це не страшно, так? Це просто подивились, я тільки подивлюсь, так тут так і є. Нічого скоблити не треба, нічого різати не треба, тому що багато бояться, що вдруг доктор захоче чогось відрізати на аналіз. Якщо біопсія потрібна, то вона потрібна. Ну хоча б простіша методика. Приложили этот аппаратик к коже, посмотрели. Все, и уже доктор имеет очень много информации, как оценить, это образование опасное, либо же его спокойно можно полечить специальными мазями, которые можно применить. Якщо порівнювати Україну з іншими європейськими навіть країнами, то насправді, можливо, так само випадків, але там виліковують на ранніх стадіях. І той відсоток, він якраз у нас вищий, тому що люди звертаються вже так пізно, я не знаю, 3-4 роки, 5 навіть, 10 і 15, і буває такі випадки, лікарі скаржаться, що звертаються, а вже зробити майже нічого неможливо. Ось та пізня стадія, чим вона загрожує? Скажем так, в онкологии стадия зависит от распространения и размеров опухоли. То есть первая стадия – это опухоль локально на коже, если брать классификацию, как правило, до 2 см. Вторая стадия – от 2 до 5 см. Третья стадия – от 5 и больше. Для разных заболеваний эти сантиметры, если что касается кожи или любой другой локализации, могут варьироваться. Где-то от 1 до 3 см. Это уже статистически все разрабатывается, эти группы. В общем, опухоль до 2 см или новообразование. Не будем ее называть опухоль. Просто какое-то непонятное новообразование. Образование небольшое, надо прийти показать. Потому что когда оно уже расползлось, там уже и без дерматоскопа понятно, что это уже нехорошее какое-то образование. Тобто оці родинки не повинні розходитись і бути більшими, ніж з самого початку, правильно? Считается как? То есть на родинку нужно обратить внимание, если она стала больше, чем резиночка карандаша. Или ручку, приложить это, и края этой родинки выходят. То есть желательно такую родинку показать доктору, а особенно если она меняет цвет, стала темнее, или же вокруг нее появилось такое беленькое просветление. Если она меняет форму, то есть она была кругленькая, какие-то язычки по краям пошли. Если бы на поверхности появились какие-то язвочки непонятные, которые вроде и не кровит эта язвочка, но и никуда не девается. То есть если такие симптомы ее роста проявляются, однозначно показать доктору. А скажіть, будь ласка, ось зараз справді багато хто говорить про нехватку вітаміна Д, і взагалі у мешканців і України, і Дніпра так само, великий відсоток людей з нехваткою вітаміну Д. Тут стає така дилема – виходити на сонце і засмагати, набиратись вітаміну Д, чи навпаки – не виходити, тому що нас тоді очікує, може бути, чи меланома, чи будь-які онкологічні прояви, так? То що нам робити? Це правда. Дуже хороший вопрос, але, тим не менше, зараз безпечніше. Есть масса витаминов, биодобавок, которые содержат в себе витамин D, либо же рыбные блюда 3 раза в неделю. Не по четвергам иметь, а все-таки 3 раза в неделю. Рыбу яку? Будь-яку? Ну, больше, да, совершенно верно. Лосось, тунец, хорошая морская рыба. Да, это проблема, действительно, свежую рыбу найти, это правда. Понимаете, вот хорошо, загар. Да, действительно, на фоне ультрафиолета солнышка мы вырабатываем витамин D от этого. То есть врачи абсолютно это... не отклоняют такой путь получения витамина D. Но что мы делаем на пляже, если мы хотим загореть дольше? Мы применяем крем, который нас защитит от солнечного ожога. Применяя крем SPF всего лишь 15, который, в общем-то, совсем незначительную защиту дает, мы уже уменьшаем выработку витамина D процентов на 90. Угу. То есть, да, нам кожу нужно защищать, но тем самым мы защищаем себя от выработки витамина D. Тобто виходимо зранку, так? Виходимо да, зранку. До 10, до 11. Отримуємо вітамін Д. Или после 5. Вот это самое пляжное время. То есть, ну да, сейчас это популярно. Говорить пациентам или обращающимся людям, что не загорайте. Ну, все мы разные люди. Кто-то это воспримет нормально, кто-то скажет, нет, я не откажусь от морского отдыха, я хочу загорать. Хорошо, загорайте безопасно. Прошу прощения за сравнение. Алкоголь. Ну, то есть взрослые люди могут с целью релакса употреблять. Полезно ли это? Нет, это не полезно. Точно так же загар. Это не полезно, это вредно. Ну, в ограниченных количествах, в нормальное время для загара, защищая кожу, это возможно. Але якщо ми будемо, наприклад, без таких фільтрів SPF, там 15, 20, ну скільки ми візьмемо, так, чи 30 навіть будуть, і ми зранку, наприклад, вийдемо, ми отримаємо вітамін Д, ну, зранку до, наприклад, там, не знаю, до 10-ї години. Так. Отримаємо. Ну все, тоді нам цього може бути достатньо. Тобто ми зранку отримали і після 17-ї години ввечері ми ще годинку, наприклад, побули на сонечці. Но с другой стороны, ведь мы же не знаем, кто сколько выработает. Поэтому я обычно своим пациентам рекомендую, проверьте 2 раза в год. Ну, сдаете в анализ крови какой-то, вот заодно проверить витамин D в крови. Весной и осенью. Весной мы смотрим после зимы, сколько у нас его скушалось за зиму. Осенью мы смотрим, сколько мы выработали за лето, или сколько мы его не потеряли. Очень просто, 2 раза в год, это несложный анализ. Все можна зробити. До речі, зараз є стільки методів і засобів, якими люди можуть скористатися. Сучасна медицина працює, і вже ми бачимо, що є результати, які для нас дуже підходять. Можна здати ті ж самі аналізи. Раніше якось було не прийнято так дивитися, чи є вітамін Д у нас в крові. Це буде теж відповідом апологетов некоторых американских сайтов, которые могут пить бешеные дозы витамина D. Потому что бывает тоже, приходят пациенты и рассказывают, я спрашиваю, что применяете, там сколько-то десятков тысяч. Но если это нужно, это один вопрос. Если это человеку не нужно, избыток витамина D, это уже нарушение обмена костной ткани, это уже откладывание кальция в сосудах, это проблема с почками. Да, они не будут на виду. Человек, витамин D, нам, почему он нам нужен? Как бы, да, он регулирует очень много чего в организме, в том числе это наше настроение. Человек, который пьет большие дозы витамина D, крылья выросли, работоспособность увеличилась, концентрация увеличилась. С одной стороны, это хорошо, но в меру. Точно так же, если там банальное кофе, то есть чашечка-2, все хорошо, человек доволен. Но если будет 10-15 чашечек в день, ну, так. Да, ну, то есть мы будем получать, но с каждой следующей чашкой мы можем получать энергии меньше, а сердечко будет воспринимать гораздо хуже. Поэтому... Повернемось до меланоми. Справді така серйозна тема, вона охопила увесь світ, бо люди звертають увагу на такі новоутворення на шкірі дуже часто. Якщо, наприклад, вони червоного кольору, дуже часто зустрічаються випадки, коли є ось такі червоні, вони з'являються, можливо, там не в молодому віці, а трошки в старших людей. З чим вони пов'язані, як з ними боротись? Очень сложно дистанционно как бы рассказывать, какие пятнышки могут быть на коже. Ну, допустим, сталкиваешься, да, действительно, там, в возрасте 40-50+, мелкие красные пятнышки на некоторых местах появляются, и почему-то некоторые пациенты связывают, что очень высоким онкориском. Нет, как бы это маленькие сосудистые клубочки, гемангиома, которая в толще кожи развивается. Это не опасное состояние. Если ее травмировать, она будет сильно кровить, потому что это клубочек сосудов. Если ее не травмировать, не трогать, ничего с ней не будет. Страшного. Но лечить их, к сожалению, нечем. То есть, если они человеку мешают, косметолог, онколог всегда может помочь, лазерокоагуляция. Ну, то есть, есть различные методики лечения этих образований. Но это как бы микрохирургические методики, если так выразиться. Потому что как бы волшебных кремов, мазей от них не существует. Но опять же, возвращаясь к меланоме. Да, классическая меланома. Черного, допустим, темно-коричневого цвета, черного цвета, там некрасивые контуры. К сожалению, жизнь такова, что бывает сталкиваешься с тем, что видишь образование, сомневаешься. Ну, допустим, какое-то внутреннее чутье подсказывает. Лучше все-таки рекомендовать удалить пациента. От образования. Приходит ответ меланома. То есть ты даже не думал. Странная родинка на вид. То есть посмотрел дерматоскопом, да, родинка способная к росту, склонная к росту. То есть, ну, это есть критерий, рекомендации удалить это образование. Приходит ответ такой. Второй момент, то, что еще почему люди боятся. У человека прооперировали, он умер. Логика какая? Прооперировали, умер. А то, что человек до этого 3 года с ним ходил, она метастазы уже дала, человек пришел к хирургу, хирург прооперировал, но болезнь продолжала развиваться. То человек умер не потому, что его прооперировали, а потому что, к сожалению, не вовремя пришел. Ну так, звичайно. І тут же фіксуємо ту стадію чи форму так, розвитку дійсно останню. Да, і тут вже, ну, що тут може лікар зробити, якщо вже так сталося. З приводу того, як люди ставляться взагалі до таких новоутворень, можна зустріти випадки, коли люди бояться зачепити родимку. Чи так важливо її не чіпати? Якщо вона в таких місцях, де справді є комір, наприклад, чи бюстгальтер може защебнутися, чи ну, будь-що, так? Яка, ваша білизна, яка вам може заважати і постійно чіпляти вашу родинку, то що рекомендують лікарі в такому випадку? Действительно, родинки, которые выступают над поверхностью кожи, которые все-таки травмируются в местах, которые, допустим, трутся одеждой, воротничок, цепочка и так далее, лучше убирать. Потому что мы не знаем, когда мы ее хорошо травмируем, хорошо оторвем. В тот ли момент, когда она будет обычной родинкой или какие-то процессы в ней будут начинаться, мы еще ее подорвем. Потом пойдет пациент к доктору или не пойдет, или там поможет какой-нибудь спасателем, и все, все хорошо, зажило и зажило. А процесс уже запустился. Поэтому, чем, опять же, критерий для удаления таковых образований – их рост. То есть, если она находится в трущемся месте, но все-таки склонна к росту, меняет размер, меняет цвет, лучше планово убрать, когда человеку это удобно. Она никогда половину родинки оторвали, или там всю, и она болтается на маленькой ножке. Человек пришел, ой, доктор, вот все плохо. Да нет, ну как бы это не все плохо. Но всегда лучше предупредить, нежели чем уже лечить осложнение. Это можно назвать профилактику? Взагалі, до яких от профілактичних засобів можна вдаватися, коли у вас є вже, наприклад, багато родимок, чи ви просто бачите, що вони з'являються часто, чи може змінюють колір і так далі, величину? Самый простой вид профилактики – обратиться к доктору. Обратиться, показаться, чтобы доктор дерматоскопом или хотя бы невооруженным взглядом, лупой, посмотрел бы эти родинки. То есть это уже будет ответ на вопрос, делать с ними что-то, либо не делать с ними что-то. А второй момент. Действительно, те родинки, которые вызывают вопрос, либо же опасения у доктора, опять же, есть сомнения с одним доктором, пойдите к другому доктору, проконсультируйтесь. Ну, то есть вы услышите 2 мнения независимых, вы уже будете понимать. Но если там 2 человека сказали однозначно, что эта родинка опасна и лучше ее удалить, ну, прислушайтесь. Ну, не зря же доктор 6 лет учится, всю жизнь учится и так далее. Поэтому есть, допустим, диагнозы, которые вот пациент зашел, уселся, ты видишь эту родинку, все, тебе не нужно дерматоскопа, ничего, ты уже знаешь, что это такое. Да, бывают сложные случаи диагностики, но, во всяком случае, главное показать специалисту. Потому что начинается диагностика через интернет, Google в помощь, доктор Google. Ну, это несерьезно. Ну, а ще можна злякатися, можна ж собі взагалі поначитуватись таких варіантів, у вас такого немає, але вам здалося, так? Да. Ну, це взагалі человек поставил себе диагноз, що все, вже завещание написано, место куплено, все. І для чого йти тепер до лікаря? Я говорю, так у вас обычная папілома, вам вообще можете даже с ней ничего не делать, ходите с ней, пожалуйста, не ходите удалять, не удалять. Так, ну, до речі, ось, щоб розібратися і правильно з'ясувати, що ж саме у вас на вашій шкірі з'явилося, то, звичайно, для цього треба мати досвід фахівця. Самій людині зробити це дуже важко. А люди, коли звертаються, то вони, мабуть, розраховують на те, що фахівець таки зможе зараз побачити, що там є насправді. Які методи існують для видалення ось таких новоутворень? Чи тільки хірургічний, чи, можливо, можна заморозити, чи, можливо, лазерним способом це зробити? Тобто, які сучасні методи, на ваш погляд, найкращими будуть? Разные новообразования по-разному удаляются. Невозможно сказать, что эта методика лучше, это хуже. Да, благодаря появлению новых различных косметологических техник мы стали более аккуратно это удалять, более красиво, более незаметно. Есть радиоволновые аппараты, есть лазерокоагуляторы. И замораживание, то бишь удаление жидким азотом, все-таки для родинок не актуально, потому что при этом мы не получаем гистологический материал. То есть мы заморозили образование, что-то там замерзло, отмерзло и все. Что там было, никто не знает. Поэтому, допустим, жидким азотом ну, допустим, какие-то папилломки на шее мелкие. Почему нет? Там, где гистология особо не требуется. То есть там, где однозначно цвета кожи, мелкие такие полипчики на коже, да, это удаляется. Но если это вот окрашено, то есть оно должно быть удалено и удалено радикально. То есть не просто как бы верхушечку сняли, а целиком как бы в пределах здоровых тканей все это удалилось. Да, действительно, сейчас это можно уже делать более щадяще или в меньшем объеме, чем это делалось там 10-15 лет назад, когда мы отступали по 3-4 сантиметра от краев и так далее. Ну, тогда такие техники были. Угу. То зараз можна її так видалити, щоб було непомітно, так? Да. А як швидко вона потім буде заживати? Оте місце. Чи треба слідкувати, дивитись, як там? С одной стороны, насколько большое образование изначально было, поэтому все опирается. Приходите раньше. Удаляем мелкое образование, там человек об этом забывает через 2-3 дня. То есть корочка в этом месте, корочка ну, покрывает эту ранку, все, человека это не помнит и ничего с ней делать не надо. Либо же человек приходит там с образованием с кулак величиной, и, естественно, заживать это все будет дольше, потому что чем больше объем удаляемых образований, тем, соответственно, дольше сам рубец заживает. И рубец больше, и, может быть, более заметный и так далее. Угу. Поэтому все упирается в вовремя обратиться. Якщо є, наприклад, там десь цибулинка з волосиною, ось, до речі, багато людей потім хвилюються, турбуються і вважають, що якщо вже так з'явилося отут щось, так, то куди діватись, що треба з цим робити? Чи це настільки страшно? Чи тут можна говорити про те, що якщо вже волосина там є, то, можливо, і не так страшно все? С одной стороны, да, действительно, если родинка коричневого цвета, проросшая волосками, в общем-то, это признак как бы доброкачественности процесса. Но это очень тяжело давать такие рекомендации. Совершенно да. верно. Хорошо. Ведь мы же не можем сказать, что, допустим, край этой родинки не начал перерождаться. Угу. То есть ее нужно увидеть, ее нужно посмотреть то ли аппаратом, то ли с хорошей подсветкой и так далее. Поэтому, ну, то есть, в целом, да, если родинки, то есть, опять же, если родинка до каких-то размеров доросла, остановилась там, проросшая волосами, при этом не зудит, не кровит, ничего с ней не делается, поверхность не шелушится, с сухой там коркой не берется, ну да, наверное, с ней все хорошо. Угу. Ну, вы помните, але, вот, я краще, раз говорю, але краще вже з'ясувати, пересвідчитись. Хоть раз в 2 года, хоть как-то показать. Ну, опять же, семейный доктор смотрит. То есть даже самое простое. То есть человек идет к кому-то на прием, к хирургу, семейному врачу. Ну, то есть всегда можно сказать, доктор, гляньте, пожалуйста, это образование. Я сомневаюсь. Если доктор сомневается, он, во всяком случае, порекомендует кому обратиться. К дерматологу, к онкологу, к косметологу и так далее по этой ситуации. То есть если доктор скажет, да нет, не беспокойтесь, это все нормально. Ну, все, это уже будет ответ на вопрос. До онкологів звертаються вже в останню чергу? От, пане Сергію, як до вас звертаються люди, які вже, ну, втратили надію? Які до дерматолога вже ходили, чи як? Ну, может быть, благодаря средствам массовой информации. Все-таки как бы это чаще обсуждается, все-таки мы это слышим, это видим. То есть проводятся вот различные дни меланома, недели меланома, месячники меланомы и так далее. То есть все-таки человек начинает понимать, что его здоровье – это его самая главная ценность. И он должен его защищать. Не кто-то где-то, система здравоохранения, доктора должны за этим человеком бегать, чтобы он быстрее пришел. Нет, это его прямая, если так выразиться, обязанность. Ну или, во всяком случае, его забота. Поэтому хочешь быть здоровым – покажись. То есть на Западе немножко проще. Есть страховая компания, которая тебя контролирует. Хочешь иметь страховку? Пройди таких-таких специалистов, пройди такие обследования. Там то же самое маммография. Не чтобы бегать за пациенткой, но пройдите, но пожалуйста, но вам надо. Нет, ты не получишь следующий страховой полис, если ты не пройдешь. Ну, бачите, як... То есть точно так же, допустим, какие-то осмотры. Человек пришел, разделся, пока... То есть, ну что такое осмотр родинки? Если, допустим, без дерматоскопии, ну это 2-3-5 секунд. Человек пришел там, к своему семейному врачу. Попросил, доктор, гляньте эту родинку. Не понравилось семейному врачу? Во всяком случае, он уже как бы скажет, куда дальше ты. Как, в общем, сейчас то, что у нас работает система медицинских гарантий, человек получает электронное направление, идет по этому направлению, бесплатно консультируется. Это все реально, это все работает. Но это нужно прийти сначала. То есть все упирается в желание человека. Если его нет, ну мы что же не можем звичайно, притянуть. Справді, тут важливо просто розуміти, що нам це потрібно. Нам це необхідно. Не просто потрібно, це взагалі необхідність кожної людини. В Україні ми бачимо, що фіксованих випадків, на жаль, дуже багато, але ці фіксовані випадки, на жаль, мають погані наслідки. Тому потрібно звертатися якомога раніше і нічого, я думаю, це не варто. Ну, годину ви витратите для того, щоб сходити до лікаря, але ви будете впевнені, що з вами все добре. Я вам дуже дякую, пане Сергію, що прийшли сьогодні до нашої студії. Спасибо. І ще раз нагадали про те, що такі дні меланоми, вони повинні бути і взагалі в ці дні потрібно хоча б в ці дні прийти і показатися? Или наоборот, просто прислушиваться к себе, осматривать себя. Стал перед зеркалом человек, посмотрел, появилась какая-то пятнышко, которая смущает, присмотрелся, увеличивается пятнышко, пошел к доктору, показался. Потому что, ну, как бы, кто-то посмотрел передачу, кто-то услышал о дне меланомы, кто-то не услышал. Да, во всем мире эти проводятся, потому что мы, как бы, пытаемся напомнить людям, что, ну, есть такие вещи, которые человек может увидеть сам. Да, тяжело диагностировать какие-то опухоли внутренних органов. Это только медицинское оборудование. Почему проблемно там, ну, Стив Джобс, миллиардер, рак поджелудочной железы? Ну, невозможно это увидеть ни пальцами, очень сложно на УЗИ, жалоб, может быть, никаких не быть. Да, есть опухоли, ну, их фатальными не назовешь, но их тяжело выявить рано. То кожа, ну, это ж, ну, вот вы себя видите. Да, со спины тяжело. Ну, хорошо, перед зеркалом стали, посмотрели. Показали родственнику, супругу и так далее. Ну, это все решаемо. Даже вот на домашнем уровне все это можно сделать. Ну, тим більше прийти до доктора показатися. Я думаю, що після того, як ви все це розповіли, і все це доступно, то люди, звичайно, будуть звертатися. Тому чекайте тепер на пацієнтів, так, але ж хочеться, щоб всі ми були здоровими, тому ті пацієнти повинні прийти раніше, так, щоб бути здоровими. І бажаємо вам теж здоров'я, будемо чекати вас ще у нашій студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин.